Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Amazfit Active Edge. И сейчас я покажу вам, как включить или выключить режим энергосбережения. Итак, мы свайпаем вниз, нажимаем здесь на процент заряда и нажимаем на галочку. И таким образом включаем режим энергосбережения или выключаем. На этом всем. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.